Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. год указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Наставник. Кто он? Какой смысл скрыт за этим, казалось бы, простым словом? Свое человеческое тепло и свои знания наставники отдают людям, которые окружают их. Будь то студенты, родители или коллеги. Этот проект телеканала «Самара ГИС» о педагогах-наставниках города Самары и посвящен педагогам-гуру, мастерам, долгожителям профессии, бесценный опыт которых помог стать достойными людьми нескольким поколениям. Мудрые, энергичные, позитивные наставники, чья душа живет в радости, а сердце бьется с любовью и вдохновением. «Если б не было учителя, не был бы мир так удивителен». Определиться с выбором профессии всегда очень сложно. Главное – выбрать профессию по душе. Идти на работу с хорошим настроением, не думая об окончании рабочего дня – это счастье. Сегодня расскажем о человеке творческой профессии, всем сердцем любящем свое дело. Это человек – Татьяна Павловна Бабкина, главный балетмейстер образцового ансамбля «Дивертисмент», педагог дополнительного образования по классическому танцу высшей категории. Татьяна Павловна – наставник, успешно обучающий детей танцу на протяжении 45 лет. Оказывается, быть хореографом она мечтала с детства. Я родилась в городе Волгограде. И как только пошла в школу, сразу же в 7 лет папа приехал и сказал: «Ты хочешь танцевать и заниматься балетом? Или вот там есть народный танц?» Я как услышала слово «балет», естественно, только балет, балет, балет. И мне повезло в том плане, что в Волгограде, именно в Кировском районе, столь удаленном от центра, во Дворце культуры Кирова преподавала именно выпускница Пермского хореографического училища. То есть она владела именно классическим танцем. И я была солисткой этого ансамбля. Вот мы много очень выступали, ездили, как раз в Самару приезжали на гастроли, в Москву. Вот. И мне запомнилось это тем, что она ставила очень много танцев популярных таких. Для нас они нам очень нравились. Вот. И она обучала нас танцам на пуантах, что было крайне трудно в те времена. Вот. Тем не менее, как бы я ей очень благодарна, что основу именно заложила Динара Надежда Сергеевна. Когда мне уже было 16-17 лет, открылись институты культуры в Москве и в Ленинграде. В Ленинградском институте культуры мы 4 года учились, и мне больше всего понравилось то, что мы могли посещать и Мариинский театр, и филармонию по студенческим билетам. Были большие скидки, мы буквально пропадали. Я любила очень филармонию, но Мариинский театр – это было святое. И в то же время приезжали из Америки балетмейстеры, но это было редко очень, попасть было трудно, мы как студенты всячески старались попасть и посмотреть, как танцуют и как исполняют современные танцы за рубежом. Я в Самару попала сначала как педагог Самарского института культуры. И 20 лет я преподавала в Самарском институте культуры. И вот что произошло в перестройку. Мне предложили быть заведующей хореографическим отделением в городе Ноябрьске и Малоненецкого автономного округа. Но сыграло роль то, что в перестройку у меня была зарплата 180 рублей здесь. Ну вот я уже шла на доцента, кстати, получила доцента. И через неделю уволилась, потому что мне на север предложили 8 тысяч. Да, я подумала, что я детей смогу поднять. Как бы в те времена очень тяжелые. Это была просто ошеломляющая сумма. Вот, и я решилась. А тут я приехала и стала руководителем ансамбля «Легия» города Ноябрьска, и тут конкретно у меня началась, собственно говоря, прямая балетмейстерская деятельность. Я проработала там 10 лет. Вот мы с мэром города выезжали в Сальхард, выезжали там в Тюмень, во все города эти северные, и мой ансамбль открывал и закрывал значимые такие события. Очень много ездили по стране, там не жалели денег, но тогда они были на детей. В общем, много дети повидали, и я вместе с ними.
Вернуться в Самару и работать в тогда еще только начинающем ансамбле «Дивертисмент» Татьяну Павловну пригласила Светлана Николаевна Чуланова, одна из ее лучших выпускниц курса хореографии Института культуры. И когда в коллектив пришла балетмейстер Татьяна Бабкина, творческие принципы полностью совпали с художественным замыслом ее руководителя. И вот теперь «Дивертисмент» – известный в городе коллектив, и Светлана Николаевна руководит им. На основе этого теперь создана школа искусств, которая тоже имеет такое же название, как школа искусств номер 16 – «Дивертисмент». Действительно, взаимодействие было именно связано с классическим танцем. Она любила классический танец, я любила классический танец. И, в общем-то, вот с 81 года мы, в принципе, с ней неразрывно связаны. Вот. Но так судьба сложилась. Не только молодые педагоги приходят обратно, но и вот мой педагог, любимая, пришла ко мне в мою школу. И это счастье. В своих постановках Татьяна Павловна создавала сценические композиции, основанные на классическом танце. Одна из первых композиций – танец «Дивертисмент» на музыку Моцарта легла в основу названия коллектива. Она смогла увлечь классическим танцем обычных девчонок и мальчишек, проживающих в поселке Управленческий. Если ребенок пришел сюда, он должен быть занят быть в массовых танцах классических, он должен тоже участвовать в этом. Тогда он понимает, зачем он делает эти сложные упражнения у станка, батмантан, дю, деми, плие. Для чего? Только для того, чтобы выйти на сцену и выглядеть достойно. Систематические занятия требуют определенных усилий и со стороны хореографа, и со стороны учеников. Педагог должен быть терпеливым, тактичным и в то же время требовательным, иначе нельзя. Дети должны быть готовы к тому, что за внешней красотой танца скрываются многочасовые репетиции, серьезные физические нагрузки, душевное напряжение. Зато результат, готовый танцевальный номер, может стать украшением любого праздника. Когда люди попадают на ее уроки, когда педагоги, они заражаются от нее. Она настолько вот такая зажигалочка, она так любит свою профессию, так любит этот танец, так она вкусно сочиняет комбинации, так она это интересно преподносит. Поэтому я считаю, что вот этим она и берет. И у нее такие танцы. Они, у нас только ее хореографических постановок получили звание гран-при, лучшие балетмейстерские работы и за границей, и во всех городах России. То есть ее отмечают везде. Ее именно балетмейстерская работа. Но и как педагог она умеет заразить. Татьяна Павловна говорит, что для нее самое главное – уметь заряжать детей, мотивировать их, уметь ставить конкретные цели, чтобы дети понимали, ради чего они приходят на занятия, ради чего они репетируют. Профессия хореографа требует постоянной работы мысли, развитой фантазии. Творчеством здесь предела нет. Разные возрастные категории учеников, разные временные сезоны заставляют обновлять танцевальный репертуар, создавать новые танцевальные номера. Танец по жизни – это мое призвание. И мне повезло в том плане, что мне как бы даны вот какие-то возможности танцевать, сочинять, и они реализованы. Поэтому я получаю от хореографии очень большое удовольствие. Я стала балетмейстером еще и как бы потому, что в Институте культуры, пока я преподавала искусство балетмейстера, вот, у меня как бы сложились уже свои законы сценической композиции. Я как бы их очень хорошо знаю, и как ремесленник здесь уже, можно сказать, на высоте. А вот чтобы были вдохновенные танцы и очень интересные для зрителей, и для публики, конечно, прежде всего ищу хорошую музыку. Очень хорошую музыку, которая бы меня волновала. Но Моцарт, Бах здесь вообще идут вне конкурса. У меня много танцев на музыку Моцарта, и вот сейчас «Поступ вечности» на музыку Баха. Вот. И последнее время у меня уже, как бы, я считаю, ну, так работает подсознание, что я включаю музыку, и рождаются движения. Если в начале карьеры я там умом там думала, как и что, то сейчас есть такое вот ощущение вдохновения от того, что выбираешь хорошую музыку, и она тебе подсказывает, какие движения, какую композицию сделать, как где мальчики, где девочки танцуют. И сейчас это такой творческий процесс, который меня очень-очень увлекает. Татьяна Павловна любит делать с детьми постановки, готовиться к концертным выступлениям. На уроке рождаются новые открытия и новые идеи. Мне нравится, что сейчас я работаю с выпускниками Алексеем Челяком, Вячеславом Абаимовым. И по классике передаю им все знания как наставник.
Они с удовольствием идут навстречу мне, в том плане, что они соглашаются, снимают, изучают, повторяют. Хотя сами вроде бы специализируются, ну, кто на народном, кто на современном. У них отлично это получается. А вот чтобы почувствовать себя уверенно в школе искусств, и именно почувствовать специфику этого дивертисмента, как, где основа классический танец, они, в общем-то, со мной сейчас сотрудничают, мои ученики. В этом смысле я, конечно, могу себя назвать педагогом-наставником. Она меня научила трудолюбию, любви к профессии, невероятных, вот как она говорит, интересных комбинаций, вот именно балетмейстерских решений. Вот она меня научила вот этому. И упорству, любви к детям, любви, вот я не знаю, ну, наверное, просто любви ко всему. Вот, поэтому, вот, наверное, в этом вся Татьяна Павловна. Поэтому настоящим наставником может быть только тот, кто по зову сердца, по приказу души, по глубокому призванию быть наставником, стал учителем. Перефразируя известный афоризм Льва Николаевича Толстого о писателе, можно сказать: «Учитель не тот, кто учит, а тот, кто не может не учить». Нам посчастливилось учиться у Татьяны Павловны, у этого прекрасного педагога, творческого, музыкального, с большим опытом, с богатым опытом преподавания. Когда я спросила у дочки своей, говорю: «Дочь, почему тебе нравится именно ходить к Татьяне Павловне на урок?» Она говорит: «Мама, мне так нравится, с какой легкостью Татьяна Павловна показывает нам движение, комбинации. И всегда доходчиво объясняет, как их правильно выполнить, какую эмоцию нужно подать при этом движении». Она добрая, она держит дисциплину, она больше показывает, какие ошибки ты сделал. То есть она поправляет. Она очень красивая и добрая. Я считаю, что она целеустремленная женщина. Она всегда добивается цели и всегда надеется на нас, зная, что мы всегда все выполним тому, что мы способны. Незаметно проходят годы. В настоящее время многие воспитанники Татьяны Павловны стали выпускниками, и многие получили профессию хореографа. Своим воспитанникам она передала не только знания, не только любовь к танцу, но и свою любовь к детям, понимание их переживаний, радостей, трудностей, активную жизненную позицию. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.